Доброе утро! Сегодня суббота. Мы уже все проснулись. Время где-то 8:30 утра. И я сейчас с коллегами еду кататься на каяке. Это такая доска. В общем, с одним веслом. Для меня это такой опыт впервые. Машульку вчера звала, она вроде согласилась, потом отказалась. Нужно было с ней рано вставать, пока нету волн. Ну, в общем, едем, я вам все покажу. Я так давно хотела попробовать, и вот наконец-то у меня совпало все с свободным временем. Поехали. За мной уже приехали. Ля-ля-ля. Перед катанием у нас завтрак по расписанию. Надо просчитать, будет калории. Ох, его еще так прилепили. И капучино у меня на миндальном молоке. Все, машинка, крышка закрылась. Все закрылось. Мы приехали. Сейчас ждем других ребят. Как здесь красиво. И людей немного, что очень важно. Хороший у нас такой был заплыв. Жалко, что нельзя было взять с собой телефон в море. Вот, поплавали. Сейчас пофотографируемся. Хаскет. Тишь да гладь. It's filming. It's filming. Фотографии, just I will put music after. Uh-huh. So just make some action. Okay. Okay. Where is the toilet? Очень красивые виллы стоят на берегу, и они пустые, сдаются. Наша маленькая банда. Машулька и Руся. Теперь, наверное, каждые выходные, пока позволит погода, пока будет теплое такое море, можно ездить и кататься. Стоимость здесь стоит на одного человека 60 дирхам, если вдвоем, то уже 50. Вот, а если такая банда, как у нас, 5 человек, то по 40 было. Целый час, 40 дирхам, мне кажется, самая хорошая цена. Также здесь дорожка беговая, и утром очень много народу бегает, и она размечена дистанцией. Полдня прошло, я возвращаюсь к моим девочкам. Сказать, что я получила удовольствие, это ничего не сказать, потому что удовольствия я получила очень много, и загорела, и насладилась. И на следующей неделе обязательно вывезу маму и Машеньку на это место. В Дубае прошел дождь. Лет не снимала для вас видео, и попробую в темноте, пока вы меня не видите, попробую записать. Видно, что у меня очень яркие губы, а все потому, что я иду сейчас на день рождения моей коллеги Алены, помощницы моей. Ей исполняется 30 лет, и вот после работы она пригласила меня в ресторанчик, поэтому я с ней сразу опять своей беспроигрышной блузки из Zara, и всегда у меня с собой в сумке красная помада на такие случаи. Я уже говорила, красная помада, это уже празднично. Вот. Что, неделя закончилась. На этот момент, пока я записываю видео, я выложила всего одно видео из Баку, первую часть. Вторая на грани дописания. Люди оборачиваются, смотрят на меня. Как женщина взрослая идет, болтает. Я, если честно, очень устала за эту неделю. Какие у нас новости? Хоть поговорить с вами, знаете, то... Показываю что-то старое. Какие новости? Наверное, уже к тому моменту смысла говорить новости эти нет, потому что к тому моменту, пока я смонтирую это видео, совсем темнота. Все уже сбудется, Ахмедушка приедет и так далее. Ну, в общем, пока немножечко просто поснимаю. Все у нас хорошо. Мамочка с нами.
Кто-то спрашивал, насколько мама приехала. Мама приехала на всю зиму. Ну, по крайней мере, на 3 месяца, пока позволяет виза. Вот. Ну, совсем темно, вы меня уж просто слышите. Это, наверное, какое-то неуважение уже прям транслировать вам видео своим голосом просто. Ладно, пока выключаюсь. А, дело в том, что... О, появилась. Пока выключаюсь, если что будет интересно, еще вечером сниму. А завтра у нас выходные, и я еще возьму несколько дней потом счет отпуска, потому что компания в этом году у нас запретила переносить отпуск на следующий год. Нужно гулять, у меня еще 9 дней недогульных. Я вообще не представляю, когда я их возьму до конца года. У меня еще помощница уходит тоже в отпуск. Ну, в общем, посмотрим. Смотрите, какой тоннель, чтобы попасть на террасу ресторана. Прям тоннель со следами. И подходишь, и тут вас встречают. Места. Хочу вам снять обстановочку такую, знаете. Вот здесь, конечно, не совсем праздничного, где мы сидим. Такой, знаете, кабачок. А вот, все это здесь вот так. А вон там внутри уже мягкие столики, стулья, то есть кресла. И поэтому уже более комфортно. А так немножечко, конечно, терраса такая, знаете, замкнутая. И просто такой вот кабак 12 стульев. Ну что, закончился вечер. Время уже... 11:30 где-то. Мне даже тоже передали подарочек из Молдавии. У Алены сестра приехала, они сами из Молдавии. Вот, и мы так сдружились, что у нас теперь здесь есть, по-моему, бутылочка молдавского вина, по-моему, я так чувствую. Хорошо так посидели. Посидели 3 человека всего, я, Алена и ее сестра. И так душевно, знаете, обо всем поговорили, вспомнили. Все, начиная от родов наших детей, вот, и заканчивая вообще нашей жизнью, нашим детством. Вот. Опять темно стало, в общем, заканчиваю. Поэтому у меня Маша с мамой уже, скорее всего, спят, потому что Маша написала, что мама, придешь домой, воспользуйся ключами. Ну почему меня не видно? Ну вот же я. Вот, видите, по белой блузке видно. Ну, в общем, все, перерываюсь, потом еще запишу. А у нас пятница. Семейный день, денек, и я снимаю с помощью палки. Смотрите, как я далеко, а то обычно, необычно, очень часто мне пишут: Елена, уберите камеру подальше от лица. А вот попробуйте вы взять камеру и на вытянутую руку уберите. Палки эти вот никогда не любила. Может быть, когда они только вышли, они еще были мне интересны, а потом... У нас сейчас время молитвы идет, и мы собрались ехать в Дубай Молл. Вот. О, где Маша? Маша, давай иди сюда, пока я руку держу. Ну, какой это у нас сегодня день? Пятница, семейный день! А, видите, как сразу Маша улыбается. И вот с этой палкой я с ней буду весь день ходить, чтобы вы видели не мое лицо крупным планом, а всех вокруг. Покажу, как мы одеты. Вот все такие. Маша у нас только нарядилась. Какое платье одела? Просто платье Маша одела. А вы понимаете, что платье у женщин это сразу все. У меня перед верхом? Да. Идем вспоминаем, сколько у нас денег на карточках. О, Маша, как всегда. О, хорошо снимает. Смотри, как. Ой, спасибо, мам. В общем, я не сказала, куда мы едем. Наверное, сейчас вы меня не будете слышать. Далеко телефон. Мы едем в Дубай Молл. Смотрите, сколько массажа. Карточки валяются, видите, с массажем. Ну, понятно, что это не массаж. Это более массаж. А услуги женские, массажные. Массируют все места. Мама. Мам, что она говорит такое? Ну, так это так и есть. Массажи разных мест бывает. Как хорошо на улице. Не думайте, что мама оделась тепло сразу, не пишите мне об этом, потому что на самом деле это очень легкая толстовочка. Мы все себе такие купили, ну, все, я еще все купила. И когда закасываешь рукава, очень даже комфортно, она такая мягкая, тоненькая. Мне не купили, что вы все купили? Это как все купила? Где моя? Вот именно. А где моя? Забираю. Маши просто до этого 2 купили. Но они не такие у вас. Они лучше. Едем в Дубай Молл. В Дубай Молле можно целый день провести. Почему?
печально. Мы все никак не можем елочку дома нарядить. Надо будет заняться этим сегодня, либо максимум завтра. Завтра поедем это. Кататься. Покажу, давай. Вот, да. С палкой, кстати, удобно ходить только. И я поэтому еще и сумку большую взяла, чтобы можно было положить туда потом телефон. С палкой. Птички поют, цветочки цветут. Дубай расцветает зимой. Кстати, сегодня какое у нас число? 13 декабря сегодня. Меня иногда просят называть даты. А я сразу думаю, какой же июня? Какой же июня, мама говорит. Конечно. Потому что такая погода у нас летом обычно в России. Самое жаркое лето. У меня такая яркая обувь. Ой! Во. Хотела показать, какие в Заре стоят аппараты самообслуживания. Вы просто сюда опускаете весь купленный товар, и он сразу же подсчитывает. Вот здесь внутри сидит магнит и плюс сканер. И все это подсчитывается, выводится на монитор. Вам просто надо будет заплатить и потом самим снять вот эти вот защитные инструменты. В принципе, очень быстро, надежно и, я не знаю, да, супер, не надо встать в очереди. Но оплата только через карту идет. Мы пришли попить кофе в кофейню, арабскую кофейню, где подают продукты и молоко, и верблюжье. Продукты, я не знаю, какие продукты. Ну, в общем, посмотрим сейчас. Зачем кофе? Улыбайся. Я думала, что я не замечу. Улыбаемся и машем. Кстати, второе видео у меня выйдет. Второе, наверное, и третье будет про Баку. И я осталась в очень хороших впечатлениях от Баку. Несмотря на то, что было очень холодно последние три дня из наших шести, что мы там были. Три дня последних было ужасно холодно, не переставая лил дождь, но это не испортило нам никак наши планы. Кое-куда мы не попали, но, может быть, даже это и к лучшему, иначе мы очень сильно уставали. Нам пришлось бы там ехать по 4 часа от Баку, а так мы, вот нам принесли кофе, а так мы объездили весь Баку, мы его обошли, даже не объездили. Thank you. И еще, ну не знаю, может быть, финики вам дали вот тоже. Вот арабский кофе нам принесли. А, красивый. Здесь у меня было сердце, а у финики ничего. А что еще такое? Финики. Точно финики? Да. Финики. Передают всегда к арабскому кофе, всегда подают финики. Поэтому, если вы где-то останавливаетесь в кофейне, вы можете заказать арабский кофе. Это кофе с кардамоном. Вот. И вам принесут обязательно финики. Это экономия калорий. Нет соблазна на сладкого. Так вот, значит, потом мы обошли весь Баку пешком. Потом мы побывали в музее ковров. Мне очень понравилась эта экскурсия. Мы не брали экскурсовода, мы сами ходили, читали, смотрели на эти ковры. Потрясающие ручной работы. Очень редкие экземпляры есть. А что еще не запомнилось? Кухня. Кухня азербайджанская очень мне нравится. В старом городе мы пробовали. И вообще старый город, очень красивое место. Вот. Ну и ночной Баку тоже запоминающийся. По поводу шопинга, мы были в двух молах. Один из них большой, название не помню. И один из них мол 28. И меня маленько не впечатлили эти молы. Но, конечно же, я познаю в сравнении с Дубаем. Но выбор, конечно, очень маленький. Знаю, может быть, там нас уговаривали поехать на вещевой рынок, но я уже так отвыкла от этих всех рынков, что я и не за вещами-то приехала, да? Были моменты, когда я хотела посмотреть что-нибудь
из нижнего белья, из купальников, естественно, захотела в Баку в зимнее время посмотреть. Собственно говоря, не нашла, но нашла то, что искала в Дубае и купила в Баку. Вот. Однозначно я бы рекомендовала это место летом, чтобы приехать посмотреть, потому что, мне кажется, там и сейчас очень много зелени, а летом, наверное, все цветет и пахнет, это потрясающе. Действительно, то место, в котором мы были, ходили пешком, идеальные дороги, идеальная чистота и очень добрые люди. Вот, вот что запомнилось. Плохого я даже не помню, были у нас какие-то плохие, ничего, по-моему, плохого. Были моменты, когда нас там хотели обмануть кое в чем, но мы указали на то, что мы в курсе цен, да, и там, конечно, и там извинились, и, в общем, в принципе, это никак не испортило вот их. Вот так. Здесь так красиво. Обычно местные очень любят эту кофейню, находится в Дубай-Молле, вот в начале вот рынка Золотого. Здесь есть вот фонтанчик такой красивый. Показываю вам, что вокруг меня творится. О, вот так вообще хорошо видно меня. И маму видно, и Машу видно. О, вот так нас всех троих видно. Я забыла с собой взять пульт, обычно сдалека выключаю, контролирую эту палку, но сейчас все прется пальцем. Красиво. Такая фигня под финики. Всегда рассматриваем все в кафе, какие нам подают, в чем подают. Потому что как-то мы первый раз попробовали арабский кофе, и после этого я купила вот такой вот чайничек, только чуть больше размером. Мы пьем. Ну там нельзя дует. И сидим, Маша. Дует. Повернула к себе. Подошла, показала. Ой. Да блин, это не очень приятно. Оно как? Блюдо. Нет. Оно не... Да. Коней сбивает все. Плюс у вас карамель. Просто неприятно, что вот так. Ну, видишь, я вижу. Почему? Ой, какого коса, как будто сломана. Козла поедет. А козла не доет. Козу. Козу. Она такая. Если бы мой подружка, козла подоили. Очень вкусно. Приятного аппетита! Попробуй твой кофе. Я перчатки доела. Знаешь, когда перчатку наливаешь воду и так Не, чувствуется, что молоко маленькое другое? Я не чувствую, мне как-то не примешивается. Чувствую, оно такое, ну как вам сказать, жирненькое. Сейчас будем в туалет гонять с мамой. И снова я, привет. В таком домашнем виде. У меня сейчас масочка с золотом. Как видите, я вся из золота сейчас. Масочка у меня вот этого же бренда. Oh my God. Она состоит из патчей, из маски пленки. Такая, знаете, прям подтягивает. Даже чувствую, как стягивает кожа. Стягивается. И потом еще есть уходовый крем после этой маски. Но я сейчас это не к тому. Поэтому можете пока не обращать внимания. Кстати, на мне сейчас новая домашняя одежда от Calvin Klein. И мне она очень нравится. Вот, собственно говоря, штанишки. Вот такая вот разлетайка. Очень мне нравится материал Calvin Klein. Вообще пижамки, брючки Calvin Klein. Все нравится. Чем я ужинаю, кстати? Это мой ужин. Такая порция салата капризе. Соус песто, маленькие черри помидорки и моцарелла, немножечко сыра. И у меня азербайджанский чай с чабрецом. Вот. И я сейчас буду монтировать для вас еще видео. Вот такой вот у меня ужин. Машенька с мамой моей пошли в бассейн. Сегодня ночью нас ждет еще елочка. Как раз у нас здесь вот место пустует. И здесь как раз у нас будет новогодний уголок.
Все уже, наверное, нарядили елки. У нас сегодня 13 декабря и до сих пор еще не наряжено. Обычно мы уже в ноябре, знаете, елочка стоит. Вот. Первый Новый год мы будем справлять в этой квартире. Все это все украсим, украсим, украсим. Ну, в общем, красота. Вот такая у нас получилась новогодняя квартира. Квартира, комната, конечно же. Мы все нарядили, включили, подожгли свечечки. Красная скатерть, елочка. Обязательно на елочку купим новую игрушку. Каждый год мы покупаем носочки. Вот там все тоже украшено. Какой Санта тут? Санта, привет! Ну что, давай покажем, как ночью светит в темноте. Так. Магия сказки. Еще елочка отражается в окне. Прям у нас тут прям здесь яркая полоса от здания. Всем доброе утро, суббота, девочки, день. И мы вот такие вот не накрашенные, потому что едем. И очень раннее утро, кстати, еще 8 утра только мы едем кататься на каяк-бич, на пэддинг-бординг. Вот. На той неделе я делала это со своими коллегами, а на этой неделе я еду с Машенькой вдвоем. Мама тоже должна была ехать, но в последний момент она сказала, что нет, она будет спать. Вот поэтому мы едем с Машенькой вдвоем. Снарядились. Какая-то школа, видать. Мы приехали, и тут очень много людей в красной форме. И у меня есть подозрение, что это... И Маша, сейчас тебя перепутают. Снимай. Он носится. Так, доски там еще лежат. Но, в общем, нам надо как можно быстрее брать свои доски и уплывать. Там прям столько народу. Думала, будет тихо, спокойно, как в прошлые выходные. Очень много людей бегает. Маша мне сейчас подсказала, что это волейбольная секция. Школа волейбола. Занимается. В общем, ой, будь здорова, дочь. Мы уже наплавались. Машенька подплывает к берегу. Маня. Не хочу. Не хочет. Пляжик. Прошла машина, почистила песок, взрыхлила, более мягкий стал. Воздушный. Девушка с веслом. Да. Девушка с веслом. Паркинг. А? Паркинг. Yeah. Паркинг прошел успешно. Как тащить? Вот так вот. Как тащить? Поняла.
Давай, 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 давай. Маша, все правильно ты делаешь. Все правильно ты делаешь. Зачем ты так делаешь? Хорошая вода в море. Искупаться можно, если хочешь. Искупаться можно. Не хочешь? А почему? Вода хорошая. Я сейчас тоже поснимаю и пойду плавать. Люди плавают. Давай. Бля, дубль 2 номер 1. Представляете, сейчас шла, записывала минут 15. Говорю, говорю, рассказываю. А потом смотрю, что камера не включена. В общем, мы возвращаемся с Машенькой с пляжа. Идем в серф-кафе для серфингисток. Не для серфингистов, а для серфингисток. Нам идти 2 километра. Мы еще не завтракали сегодня. Встали в 8. В 9 мы уже были здесь на пляже. Час катались на доске, потом загорали. Вот, переоделись. Я люблю вот этот костюм спортивный, потому что у него очень легко поднять штаны вверх и превратить это в бридж или даже в шорты. А я иду в мамин костюм. Да, Маня одела мой костюм спортивный. Вот, и, значит, мы позавтракаем, обсудим наши планы на эти выходные. Жду своего Ахмедушку. Он скоро приедет, и приедет на 13 дней. 13 дней, когда... Муж приезжает, это, наверное, каникулы настоящие для нас. Потому что у Маши в это время будут каникулы еще. У меня будут 4 дня в январе. И плюс я еще в декабре буду добирать, чтобы мне свои 9 дней все еще выбрать, которые остались у меня с этого года. Возможно, в следующем году я возьму не 2 недели, а 3 недели отпуска. Чтобы не так обидно было, чтобы можно было всех, а может быть даже месяц за раз отгулять, чтобы всех посетить, всех увидеть или куда-то съездить. Да, сейчас мы позавтракаем, мы выберем время и место, куда сходить посмотреть фильм «Джуманджи», очередную часть, я очень люблю этот фильм. Что мы еще хотели сегодня сделать? Квартиру мы нарядили, это тоже было основной такой задачей на эти выходные. Нужно еще подарки выбрать. Ахмедушке завтра день рождения. 44 года. Да, 44 года. Парнишки. И, конечно же, нужно выбрать и на Новый год что-то, и маме, и Ахмедушке. Ну, маме я уже навыписывала. Складирую все на работе. Кому? Маме или Мане? Маме. Куда ты? Ох, какая здесь дорожка замечательная. Идешь? Она это успела. И она так амортизирует хорошо. Ну, все успевает. Всегда. Ой. Такая вот, вот такая вот дорожка сохраняет, конечно, и колени, и позвоночник при беге. Ох, какой велосипед, смотрите. С пухленькими колесами. Ой, эти бузи мои. Какие маленькие детишки здесь катаются. Вот, смотрите. Очень длинная пляжная линия. Наверное, километров 5, может. Из них 2 нам нужно пройти до кафе. Если бы не эта тяжелая сумка. В следующий раз мы, когда поедем отдыхать, я возьму маленькое полотенчико с собой и все. Потому что здесь у меня 2 больших полотенца и еще и такой пледик для того, чтобы загорать. Вот здесь тоже впереди, я смотрю, есть кафешечка, но... Мы идем до серфингистского. Да, мы идем туда, где я была с коллегами на прошлой неделе. Мне очень понравилось. Я еще не испытала всю прелесть кухни. Мы заказывали асаи. Сейчас мы хотим позавтракать нормально. Давайте покажу немножечко красоты. Здесь прям на завтрак приезжают. И все столы, собственно говоря, заняты, которые под зонтиками.
очень много людей бегает. И семьями, да, прям семьями бегают. Не хочет. Не все любят зеленую дорожку, потому что она мягкая. Ну, может, у нее мягкие кроссовки, поэтому неудобно. Чистота. На пляже всегда чистенько, все убирают. Чистят туалеты пляжные. Обычно, когда ожидаешь, что они там в песке будут, в воде. Такая чистота в них. Вообще ужас. Прям аж не верится. Поэтому говорю, ужас. Прям возле Jumeirah Beach отеля тут прям строят большой проект под названием «Остров». Смотрите, как будет выглядеть. Вот. Красиво, видите? Прям в виде кораблей сделано как будто. И вот рядышком какой маленький Бурж-Аль-Араб и Jumeirah Beach отель смотрится. Много очень бассейнов, своя пляжная зона, естественно, будет. Обалдеть. Мы сейчас где-то находимся вот с этой стороны. Вот. А его тут как раз будет строить. Вот такой остров. The Island. Столько народу сейчас во всех кафе, что нам повезло, что нам досталось место. Еще и в таком уютненьком уголочке с видом. Вот. Меню опять у нас компьютеризированное. Открываем и смотрим breakfast. И выбираем. Омлет есть с грибами. Есть vegetarian breakfast. Завтракали, едем домой. Это кафе не из бюджетных кафе. На двоих завтрак выходит 200 дирхам. Но при этом мы заказывали свежевыжатый сок и кофе такой, знаете, signature. То есть такой интересный. У меня был фисташковый латте на кокосовом молоке. У Машеньки был матча латте. И что еще? Так солнце, вот так. И порции такие прям рассчитаны так, что можно все доесть. Мне это очень нравится. Вот. Но это не бюджетно. Здесь, я думала, может быть, какой-то сет у них есть для завтрака. Знаете, когда, например, заказываешь что-то, и уже напитки включены. Нет, так а напитки заказываешь отдельно, все это выходит очень дороговато. Но мы получили удовольствие от еды, потому что тот же самый у меня омлет был с грибами, например. Под таким вкусным соусом, немножко островатым, похоже, с добавлением какого-то васаби немного, но очень вкусно. И омлет был не просто там омлет, а вот именно в виде блинчика, и грибы такие необычные. Очень вкусно. У Машульки были бенедикт, яйца. Ну, в общем, я вам фотографии сюда повставляю. Едем, посмотрим, чем то наша бабульчика занимается без нас. Мы ее оставили, еще было время 8:30, наверное, да, уехали. Вот, и сейчас уже сколько, Машуль, 12? Уже, да, 12. 12 часов дня. А мы с Машулечкой решили еще чайку попить. Так хорошо на балкончике сейчас чай пить. Мамулечка дома все пропылесосила, убрала. Чистота, уют, свежий запах.